Здравствуйте, меня зовут Николай, я представитель компании Rage. Сегодня на стенде у нас представлены новинки. На этом стенде это диски пильные. В первую очередь это диски по дереву, диски для поперечного продольного пиления, пиления древесины с гвоздями, разнообразные диски для чистого реза, ламинат с большим количеством зубов, с мелким, с маленьким количеством зубов, с различными углами. Также есть две новинки, это диски по фиброцементу с алмазным зубом, четырехзубые диски диаметром 165 мм и диаметром 190 мм. Посадочная 22,2 под стандартный ОШМ. Диски имеют алмазный зуб и благодаря этому очень хорошо работают с фиброцементом. Шифер старый наш, советский, то есть высокоабразивными материалами. Также из нового здесь это расширили линейку струбцин. Профильная шина, которая позволяет работать уже с более высокой силой сжатия. То есть, если обычная прямоугольная шина работает, обеспечивает порядка 100-150 кг на силу сжатия, то эти струбцины уже работают в районе 400 кг. В принципе, по этому стенду все остальное уже давно на рынке. Единственное, еще хочу обратить внимание, это наша новинка для мини-УШМ посадочная, 10 мм, диаметр 76. Это диск карбидный по дереву, пластику, дерево с гвоздями. На этом стенде у нас алмазный инструмент, сверла по керамике, сверла по керамограниту, коронки также, керамика, керамогранит для УШМ коронки, коронки для шуруповертов, дрелей. Чашки алмазные различных видов, коронки по бетону, по армированному бетону, коронки с лазерной пайкой зубов, коронки имеют верхний пылеотвод для возможности работы с насадками пылеотведения. Данная насадка с посадочными М16 и М16, то есть дает возможность устанавливать обычный штатный переходник, который есть во всех практически коронках, и работать с этой насадкой на обычном бытовом перфораторе, то есть не надо никаких городить там дополнительных переходников. По цене, по цене это с менеджерами надо, я по ценам вообще никак не смогу подсказать. Также из новинок у нас диски те же 76 мм с посадочным 10, это сегментный диск. Также диск есть сплошной алмазный и турбодиск. Также насадки для резки, насадки пылеотведения для резки и насадки пылеотведения для шлифовки. Из алмазных дисков диски для заусовки плитки, диски для резки плитки. Также есть диск для резки бетона, армированного бетона. Идеальный диск для установки в штраборез. Очень хорошая скорость, проходит все и везде. Реально диск всеядный. Конкурент Hilti. Конкурент Hilti, конкурентов данной модели много, тут надо каждому, что понравилось, с чем понравилось работать, тот то и выбирает. Ну, стараемся обеспечить любые потребности. Также есть буры. Также у нас здесь буры SDS Plus, SDS Max и буры с крестообразным наконечником. Буры традиционные с простым прямым наконечником. Мелкие буры, десятки есть, также есть бучарды, довольно специфический инструмент. Многие, кто ими пользуется, от них потом отказаться не могут, очень нравится. Также представлены новинки, это проломные буры. Сегодня у нас показан только 55-й диаметр на 600, но также линейка расширяется постоянно и по проломным бурам.
На этом стенде у нас представлены из новинок. Это новые биты Rage Furious. Торсионные биты в профиле PH2, PZ2 с лазерной обработкой головки. Имеют повышенный крутящий момент. Наша новинка — это биты. Они представлены 50 мм, 90 мм. Также будут пока по 2 штуки, но будут также 5 штук и наборы 10 штук. Еще из новинок — это ключ-клещи переставные 160 мм и 180 и 260 мм. У него прямые губки, не зубчатые, что позволяет работать этим инструментом уже непосредственно на монтаже декоративного материала, то есть на финишной установке. Еще из новинок — это ножницы по металлу. Ножницы уникальны на сегодняшний день, не имеют аналогов. Они имеют два шарнира, облегчают рез значительно. Меньше усталость при работе, довольно-таки хороший, интересный продукт. Всем рекомендую попробовать. Действительно очень интересно. Также из новинок у нас еще здесь угловая насадка 90 градусов. Отличительная особенность именно этой насадки — то, что у нее стоит торсионный вал, и работает она с импактами. Предназначена для работы с импактами. Также здесь представлен инструмент для работы с электрикой, ножи с пятками, клещи обжимные, кримперы, стриперы, различные VDE инструменты. Здесь расход для ножей. Лезвие для ножей SK5 с покрытием титан и вороненые лезвия. То есть титан покрытие у нас более износостойкие, вороненые защищают от влаги, ржавчины. Лезвие по 10 штук, и трапециевидные лезвия есть по 10 и по 50 штук. Различные рулетки, покрытие Soft Touch, очень удобная рулетка по своей модели. Ее уже многие оценили. Действительно очень удачная модель. Также есть рулетки с магнитными зацепами, с двухсторонними, и с двухсторонней лентой нейлоновой. Для тех, кто работает с древесиной, очень часто бывает, что такой именно наконечник нужен. Он позволяет врезаться, втыкаться в дерево и фиксировать там рулетку. Сверла ступенчатые, сверла с прямой канавой, с спиральной канавкой для более быстрого сверления, более плавного. И различные биты Rage, которые уже давно себя зарекомендовали как хорошие биты. Так что тут биты представлены по 10 штук, по 2 штуки, по 5 штук на любую потребность. Биты торсионные, биты магнитные, с различными профилями PH, PZ, Torx и всевозможные наборы. Вот это вот, по-моему, новинка, да, SP-Line? SP-Line, да, это у нас 12-гранные или 8-гранные, если мне память не изменяет. Это в автомобиле, да? Да, это автомобильные биты в основном. Я сталкивался, это были замки дверные, надо было выкручивать. Да, это больше автомобильный тип. Ножницы по для пластика, кабель каналов для плинтуса, но это ножницы у нас со сменным стандартным обычно трапециевидным лезвием, то есть затупилось, ничего не надо, новое лезвие поставили, расходка обычная, и работаете дальше, всегда острое, всегда. Также из новинки набор 32 штуки биты в бренде Vira. При всем при том, биты из хорошего материала S2 для на сегодняшний день это преимущественно самый лучший материал для бит. Трещотки маленького не хватает. Ну, бывает. С ключиками, трещотками. Да, согласен, я бы тоже не отказался. Также диски для алюминия. Также есть, здесь представлены еще два просекателя. Это стандартный просекатель, давно всем знакомый.
и просекатель, который дает возможность работать с профилем 60-27, профиль потолочный. С помощью этого просекателя, профиля 60-27, возможно соединять делать Т-образные соединения. То есть профилю, просекателю хватает угла, хватает размера заходить и делать качественное соединение именно на этом профиле, самом распространенном. Это нет, это у нас инструмент для натяжения стальной ленты, понял, для фиксации. Ага. Электрика как раз. Да. На опору вешать. И набор. И у нас еще здесь два диэлектрических набора. На 10 штук и на 9 приборов. Все наборы имеют все инструменты в наборе имеют сертификаты ВДЕ. Дополнительно к этому весь диэлектрический набор, инструмент Rage проходил сертификацию непосредственно в российских государственных лабораториях и имеет сертификаты соответствия ГОСТу. Ну это ВДЕ именно, да. Тут сертификаты ВДЕ. Спасибо. Пожалуйста, спасибо вам.